Привет-привет, добро пожаловать на мой канал Саша Soul Station. Сегодня не последний, третий подготовительный день перед непосредственно голоданием. И, конечно же, я ем то, что не полагается. Уже даже сегодня тортик поела и чай-латте попила в Старбаксе. Но, как я уже говорила, для меня так намного легче проходит голодание на самом деле. Это мой личный метод, и он для меня работает. Работал множество раз. Так мне гораздо легче справиться и пройти с успехом все до конца, как задумано. Ну, по крайней мере, минимум 10 дней. И вот сейчас я ужинаю, последний мой прием пищи. Сделала киноа с булгур, по-моему, с овощами. Ну, лук с морковкой. Все это с авокадо. Положила на авокадо наполовинку. И еще спаржа. Аспаргус. Вот все. А завтра уже начинается голодание. Сегодня еще кушаю. Последний раз. Также я принимаю все те же таблетки для очистки кишечника. Вот. И, конечно, продолжу принимать их в течение всего голодания. Ну вот и все. Увидимся завтра. Пока-пока. Всем всего хорошего.